Сегодня мы возьмем 4 яйца, 800 граммов цукини, 4-5 столовых ложек жирной сметаны, 1 зубчик чеснока, 30 граммов сливочного масла, укроп, зеленый лук, 100 граммов сыра. Из этих продуктов приготовим запеканку из цукини. Куриные яйца взбиваем венчиком или вилкой, добавляем сметану, соль, перец, измельченный зубчик чеснока, нарезанный зеленый лук и укроп. Цукини нарезаем кольцами и толщиной примерно 5-7 мм. Самые вкусные и полезные цукини – это, конечно, молодые плоды, до 15 сантиметров в длину. Такие даже не чистят. Тушат, жарят, фаршируют и отваривают на пару, как есть. Вообще, молоденькие цукини, в отличие от их собратьев-кабачков, вполне можно употреблять в пищу сырыми – с солью, перцем или же соусами. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и слегка присыпаем манкой или сухарями. Выкладываем кольца кабачков в форму, заливаем их соусом и присыпаем натертым сыром. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовки примерно 30 минут. Достаем запеканку из духовки, даем немного настояться и подаем горячей. Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.